один из Walmart'ов мексиканских. Вот так вот выглядит большая парковка, заезд платный. Ну, в принципе, все понятно, все логично. Магазин детских вещей, Субурбина, всякие кафешечки небольшие. Красивая, хорошая парковка для субботы, на удивление. Не очень много машин. Идем в Walmart. Walmart очень большой. Выбор тоже очень большой. Хороший магазин. Аппараты по оплате парковки. Ребята играют. Достанут что-нибудь. Эх, ничего не достали. Заходим в Walmart. Такой хороший, большой магазин, приличный, все классно. Правда, в очереди, но тут нормально, тут есть касса самообслуживания, они, конечно, побыстрее. В магазине есть все, все, что нужно, можно купить в одном магазине. От стиральной машины, вилки, ложки, да, я не знаю, ну все, все, все есть. Вот касса самообслуживания. Ну, в принципе, как в России, все понятно. Пришел, щелкаешь, ставишь на весы, пробиваешь, все ок. Так что так.